В общем, купил этот типа аккумуляторы для камеры. Вот сейчас хочу распаковать. В принципе, они стоят не так дорого, а скорее всего даже дешево. Короче, приспособил тут это. Еле приспособил какой-то китайский, блин, штатив, который еле этот смартфон держит. Вот, короче, сейчас посмотрим, что они там прислали, бля. Что они вообще прислали? По цене очень выгодно, очень дешево. В принципе, зарядка и два аккумулятора стоят так же, сколько один фирменный. Вот, а если они фирменные, то почему так дешево? БУ или не БУ? Коробочка вот так была запакована. Тут, в принципе, прокладка. Так, и, в принципе, вот такой пакетик. И вроде бы фирменная упаковка с аккумулятором. Но мы это еще не знаем. Чисто тут все упаковано. Чисто эндура. Дура, эндура чисто. Вот. Все как бы тут это 12-16, а там хрен знает вообще. Он наклеен какой-то. Какой-то здесь вот наклеен. О, вот тут вот наклеен какой-то номерок. Не знаю, что это. Модель наклеили. Ну ладно, как вот его вскрыть-то еще тут? Безболезненно. И не порезаться, блять, тут. Сука. Не хочет рваться, сволочь. Доставайся, бля. Сука. Достался. Черт, бля, че тут. Итак, вот у нас такие бы-то. Оу, а почему только один? Неужели они, сука, меня обманули? Да, только один. Блять, это надо писать в эту. Охуеть! Сука, наебали, только один. Блять. Не понял. Может быть, я один и заказал, в принципе. Хо! А мне, в принципе, один и нужен был. Охуительно, блять. Ну. Why температура? Ну, хуй знает. Может, он один и есть тут? В такой коробочке. Может, я просто один заказал? Ой, ну, ладно. Ну, тогда, в принципе, не знаю, дешевле он или не дешевле будет, если он один-то. Мне, в принципе, один и нужен был. Как бы вот он. Тут. Ну-ка. Тара-тарам. Нет, ну так вот, если один, то, естественно, фирменный. А если там две штуки, блядь, то, конечно, это. Итак. Открываем эту хуйню, достаем вот этот вот фирменный синий, типа, и ставим наш этот, как его называется, эндуро, вот, захлопываем все, итак, включаем, ну-ка, угу. Вот он, значит, у меня это. Блядь, как тут, ни хера он тут. Какая блокировка тут. Так, сдвиньте для разблокировки. Ну, блядь, ёб твою мать, сука. О! Так, а почему менюшка-то, как она появляется-то? Видео. Что у меня все сбилось тут. Так. Это мы отключаем. Это мы... Ориентация заблокирована. Так, ну-ка. Да это, блядь, не то, сука. Мне нужно это. Короче, это, блядь, видео. Так, ну-ка давай. Твою-то мать. Сейчас на паузу поставлю. Так, и так вот я вышел в настройки. Параметры. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ту-ру-ту-ту-ру. Где тут, блин, это у нас? Экраны, модули.
Сведения. Вот сведения о аккумуляторе. Ну-ка. Да нет, это фирменный, в принципе. Ну, состояние отлично, совместимо. Все. А заряженный он пришел. Тють. Заряженный он пришел. Ну, уже 17%. Ну, короче, надо его подзарядить. Так он, в принципе, в камере читается и все делается. Не знаю, почему один прислали. Видимо, я буду сейчас смотреть. Один я заказывал или не один? Скорее всего, один. Вот. И тут, соответственно, вся вот эта вот брошюрочки фирменные, которые, в принципе, нахрен никому не нужны. Вот. Поэтому... В принципе, нормально. Короче, разобрался. Все, в принципе, нормально. Я один аккумулятор заказывал. Потому что два аккумулятора будет дороже раза в полтора, там, или в раз в семь. А, соответственно, если покупать два аккумулятора и зарядное устройство, еще дороже. Вот. А так получается дешевле, чем покупать на Озоне, скажем, или в официальном магазине. Вот. Я думаю, что на официальном даже будет дороже. Ну ладно, надо посмотреть, короче, все нормально.